Девушка, отойдите от стройки. Эту картину жители Октябрьского городка засняли 4 января. Бывший детсад, а до этого военторг, рушит бульдозер. Вокруг при этом никаких табличек и ограждений. Постоянно играли малолетние дети, то есть лазили. Приехал бульдозер 4 января, начал сносить здание. Да? Соседи увидели, выбежали. Остановили, потому что увидели детей на территории. По словам Светланы Павленко, стройку обнесли забором лишь на следующий день, а паспорт объекта на нем гласил, что работы стартуют 5 января. Сегодня документы мы уже не обнаружили. Здание построено в далеком 1910-м. По словам местных жителей, последние 7 лет оно пустовало. А вот с Нового года все изменилось, и теперь от исторической постройки лишь развалины. А на их месте, согласно проекту, в следующем году вырастет торговый центр. Старое здание местные жители отстаивали как родной дом, обращаясь в разные инстанции. Станции от прокуратуры до Минкульта. И до сих пор уверены, что снос был вне закона. Данное здание находится, как мало того, что в границах исторического поселения, также им присвоен статус ценных градоформирующих исторических объектов. Должен быть обязательно ручной разбор зданий с обязательной маркировкой каждого кирпича. Сооружение с уникальной архитектурой, образцов которой в Казани не осталось, защищала и помощник президента Олеся Балтусова. Но памятником дом не является и соответствующим законом не охраняется. Что с ним делать, определяется. Межведомственная комиссия. По ее решению от 4 июля прошлого года компромисс застройщика и градозащитников – перенос старинного здания с воссозданием в другом месте. 70% в настоящий момент кирпича оно уже сохраняется, запаковывается в палеты. На территории будущего воссозданного здания будет расположен детский центр. Что будет находиться внутри, у нас пока понимания нет. Но проект этого здания, этого центра мы сейчас готовим. И как сегодня ответил на наш запрос Минкульт, застройщик выполнил детальные обмеры и восстановит прежний облик. Расположится заново собранное по кирпичику строение здесь же, за тем самым торговым центром, ради которого было снесено. Здание шагнет назад буквально на 100 метров, туда, где сегодня жилой дом. А вот судьба этой постройки из красного кирпича уже печальнее. Этот и два похожих дома по соседству снесут. Их уже наполовину расселили. Лена Зинатольевна, Амир Залишев, ТНВ, Казань.